Министерство иностранных дел контактировало с властями Российской Федерации сразу после того, как миротворческие силы РФ в Карабахе запретило депутатам въезд в Карабах. Заявил в национальном собрании министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. С того момента, как стало известно, что депутаты из Армении не имеют возможности въехать в Нагорный Карабах через Лачин, мы предприняли действия. Мы контактировали с властями Российской Федерации на высоком уровне. Нас заверили, что депутатам Национального собрания не разрешен въезд в Карабах с целью воздержания от провокаций, сказал глава МИД. Что касается позиции Армении, то, по словам Мирзояна, она четко отражена в заявлении МИД Армении, то есть трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.